Всем привет! Это уже последний день моих влогов. Воскресенье. Офигеть, если честно. В общем, сейчас я сижу. Я только что снимала вам видео, точнее, часть видео мое утро. Вот. Так что сейчас, наверное, еще чуть-чуть поснимаю. Про то, как я заправляю кроватку. Я спускаюсь вниз. У меня тут все так разбросано, но я надеюсь, вы не обращаете на это внимание. Вот, у меня еще такое лицо красное, потому что, ну, для видео нужно было помыть лицо, и оно теперь у меня красное. Еще немножко снимать видео, и, наверное, пойду поделаю уроки. Может, что-нибудь такое. Я не знаю. Это мне лень сегодня, если честно, что-либо делать. Ребята, привет! Сейчас я выгляжу отвратительно, но, скорее всего, я немножко подкрашусь, потому что я полагаю, что сегодня мой влог будет состоять из сплошной болтовни. Добро пожаловать. И сейчас кого я смотрю? Я смотрю Катю. Я не знаю, почему я стала так много смотреть Катю. Я не знаю, почему, честно, ребят. Я смотрю теперь Катю, просто лайки. Шоу вопрос-ответ. Я не знаю, что со мной случилось. Вдруг у меня такое бывает, что вдруг я хочу присмотреть все видео одного блогера. То есть, серьезно, я не смотрю вообще ничьи видео больше. Сейчас только Катя. У меня такое бывает, что я просто могу сесть, включить видео блогера и начать их смотреть. И это может продолжаться где-то неделю. И я буду смотреть только этого блогера. На всех остальных мне пофиг. Потом я выхожу из этого всего и начинаю жить спокойной и нормальной жизнью. И смотреть всех, и пересматривать то, что я тогда не посмотрела, потому что смотрела Катю. Напишите в комментариях, если вы тоже такие. Я буду рада, что я не одна такая сумасшедшая. Также играет тут у меня, точнее, ну просто без звука, этот «Властелин колец». Кто смотрел, смотрит. Лайк под этим видео, пишите в комменты. Вот, вообще я смотрела на английском, если честно, то как-то нудно, не знаю почему. Ну хотя, в принципе, на русском тоже нудно, но не знаю, что-то меня очень достало, когда я смотрела на английском. Мы смотрели в Америке, когда еще была, не знаю, ой, я не знаю почему. Короче, да, Катя, здравствуй. Мы смотрим тебя сейчас. Бутерброд с арахисовой пастой. Больше я этого делать не буду. Знаете почему? Потому что мне нужно оставить для моего утра. Да, мне нужно оставить арахисовую пасту для моего утра. Так как будет рецепт с арахисовой пастой. В принципе, то, что я делаю иногда, когда кушаю, я это буду вам показывать. Поэтому мне нужно оставить. У меня зякнем, какие кириси это. Видите, какое небо офигенное. Я не знаю, мне так оно нравится. Я его, пожалуй, даже сфоткаю в Инстаграм положу. Сейчас, подождите. Все. Фотка есть. В общем, да, я просто... Погода, надо сказать, просто шикарная у нас. Ой, на улице где-то 1 градус. Ух. Ой, правда пахнет чем-то неприятным, поэтому я, пожалуй, закрою. Ой, кстати, скорее всего, сегодня посмотрю какой-нибудь фильм. Я хочу посмотреть... То ли спирит, а то ли еще кого-нибудь. В общем, из этих дисков хочу что-нибудь выбрать сегодня, посмотреть на вечер, я не знаю. Или вон Барби, что-нибудь. Так захотелось, кошмар. А у меня, у моего, ну, точнее, у маминого компа, который MacBook, у него нет дисковода, поэтому я возьму свой старый Asus. Пользуюсь им. Вот. Здесь, конечно же. Она, кстати, всегда заряжается вот здесь вот. И здесь всегда лежит мой аккумулятор. Да, здесь вот есть у меня такая вот штучечка. Мне она очень нравится. Я иногда с помощью нее видео снимаю. А здесь, кстати, мои закрывашки для вот этих вот свечек. Я их открыла, мне так гораздо больше нравится. Вы готовы? Раз, два, три. Ребят, я не знаю, что на меня нашло. Я решила, сейчас даже вам покажу прям в подробностях, решила сделать себе макияж. И как видите, что-то пошло не так. В общем, здесь тупо все румяное. Также здесь пудра, здесь консилер на бровях, на губах консилер и какая-то дурацкая помада для H&M, которая мне не нравится, поэтому решила ее использовать именно здесь, так как макияж дебильный. Но реально, это же кошмар. Прям в том, что мне нравится. И да.
Кстати, использовала я вот эти вот, о, господи, румяна. Вот Шанель, боже, а вот так вот я вообще шикарно выгляжу, чё? Проконтурирую шейку, не возражаете? Чтобы она была из той же оперы, что и мои шикарные щёчки и глазки. Я не знаю, ребят, посмотрите. Такое бывает, когда я вдруг захочу что-нибудь сделать на своем лице, но я хотела сначала просто поэкспериментировать, но в итоге что-то эксперимент как-то не удался, да? Это выглядит, знаю, очень смешно, поэтому я пошла это смывать. Там-там-там. Нет, серьезно, ребят, включи свет. Да, у меня иногда бывает такое, что я просто возьму и начну делать бред со своим лицом, я не знаю почему, не знаю, серьезно, честно, я не знаю, но мне нравится, и это стрёмно, что мне нравится, но ладно. Кстати, мне эта мицеллярная вода нравится больше, чем обычная, это тоже от Garnier, но она какая-то не такая, она матирует еще плюсом, вот, это классно. Я никогда с вами здесь не сидела, конкретно на этом месте. Решила, что почему бы нет, надо попробовать те места в моей комнате, где можно снимать. Кстати, довольно неплохой фон. Нет, я шучу, я не буду на таком фоне видео снимать. Понимаете, я в шоке, я снимала целую неделю, 7 дней, и все закончилось. То есть я больше не снимаю, и я как бы немножко в шоке, потому что... Целую неделю, вот целых 7 дней я снимала, и так просто взять и пуф, и все, и неделя закончилась. Я, если честно, немножко в шоке. Вот, и я на 100% уверена, что вы скажете, что вам моя неделя влогов не понравилась, и что не надо больше снимать, потому что, ну, серьезно, кому понравится такая неделя влогов, согласна, никому, вот. Поэтому я уверена, что после... таких вот 7 влогов вы 100% скажете, что нет, Арина, снималочки не другие видео, влоги больше не нужны. И знаете, я с вами соглашусь, потому что даже одна девочка мне писала, что твои влоги становятся все неинтереснее и неинтереснее. Я согласна, серьезно, я согласна, потому что нечего в своих влогах показывать мне прям такого чего-то сверхъестественного, я не знаю, ну просто нету такого, понимаете? Вот, поэтому, да, кстати, хотела бы вам рассказать про свой такой вот блокнотик. В общем, здесь у меня написан, видите, вот, здесь у меня написан сценарий для вот такого вот видео. Вот это видео. Я еще не закончила, здесь еще надо завтраки написать, и также про мой повседневный макияж, потому что я буду показывать как завтраки, так и мой повседневный макияж. Вот, так что я надеюсь, вам понравится это видео, и я очень надеюсь, что все эти задумки, которые я хотела, ну, сделать, у меня это получится, хотя я сомневаюсь, но я очень-очень-очень на это надеюсь. Кстати, ребят, напишите в комментариях, какого вы сейчас блогера смотрите больше всего. Если бы отвечала на этот вопрос я бы сказала, что или Машу Вэй, или Катю Клоп, я не знаю почему, но в данный момент я их просто обожаю, смотрю очень часто, не знаю почему. Вот, поэтому да, я немножко переставила камеру, потому что у меня только что закончилась днём память. Мне нужно было удалить мои предыдущие кадры. Но я их уже перекачала на компьютер, не бойтесь. Наверное, каждый раз в своих видео я буду вас что-нибудь спрашивать. Какой-нибудь вопрос вы будете писать в комментариях, чтобы поддерживать, знаете, активность. Это очень приятно, когда много комментариев вы мне пишете. На этом, наверное, все сейчас. У нас сколько? Ой, вот у меня часы. Блин, такие грязные, их нужно вообще помыть. Блин, я не знаю. Серьезно, не очень грязные. Что с ними не так? Надо их протереть вообще будет. Все, я их протерла, я молодец. Сейчас у нас 9:15. Нет. Мне неправильно установлено время. Поздравляю всех. 9. Сколько? 32. Сейчас
9:32, у нас полдесятого. И на этом, наверное, я хочу закончить свою неделю влогов. Я надеюсь, она вам понравилась. Напишите мне в комментариях, снимать ли мне еще неделю влогов. Ну, в школе я по-любому не буду снимать, потому что мне нет времени монтировать. И вообще, как-то в школе, знаете, неинтересно снимать. Вот честно, я вам признаюсь, я не буду снимать в школе. Мне не нравится снимать в школе. Вот. Такие вот дела. Так что напишите в комментариях. Ну, я на 100% уверена, что после таких вот влогов вы скажете, что точно нет, снимай что-нибудь другое, только не влоги. Я уверена в этом. Но все же попытать судьбу надо, поэтому напишите. Может быть, кто-то все-таки оценил мою неделю влогов. Я пыталась ее как-то насытить, не знаю, получилось у меня или нет, но я пыталась что-нибудь интересное сделать за этой неделе влогов. Напишите в комментариях, какой был самый неинтересный день, по вашему мнению. Какой был самый неинтересный день, какой самый интересный? Мне будет интересно почитать. Тавтологию, я знаю, простите. А на этом я хочу закончить мою неделю влогов. Ставьте пальчики вверх под этим видео, если оно вам понравилось. Пишите в комментариях свои добрые, позитивные отзывы. Также подписывайтесь на мой канал, не знаю, что несу. Да. И все-таки напишите в комментариях, была ли вам эта неделя влогов интересной. Спасибо всем огромное за просмотр. Я очень надеюсь, что вам все-таки понравилась моя неделя влогов. Сказала это уже 300 раз. Все-таки это, знаете, внушение вам. Вам понравилась моя неделя влогов. Вам понравилась моя неделя влогов. Ладно, я шучу. И спасибо всем огромное за поддержку. Пальчиком вверх. За комментарии. Так что да, пока-пока-пока. Пока-пока. У меня еще эта кошечка мило спит, поэтому я еще, наверное, ее поснимаю. Но... с вами я прощаюсь. Точно. Кошка еще с вами не прощается. Вот это вот серое создание с вами не прощается. А я уже с вами прощаюсь. Потому что я больше снимать не буду. Так, сейчас уже 9:30, и я хочу уже пойти кушать. И хочу лечь пораньше спать. Не знаю, о чем говорю такие подробности. Так что да, пока-пока-пока-пока. С вами была я, Арина Цивьян. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо всем огромное за просмотр. Я вас очень сильно люблю. Встретимся в следующем видео, которое будет через неделю, так как я выпускаю видео раз в неделю, с исключением недели влогов. Следующее видео, скажу вам по секрету, будет тег, что у меня в сумке. А может быть и нет, потому что мне не понравилось моя рожа там. Слишком много было вот этого вот, да? Ну ладно, всем пока-пока. До скорого, мы увидимся очень скоро. В следующем видео. Я вас люблю. Пока-пока-пока-пока-пока-пока. Нет, на этом еще не все. Во-первых, смотрите. Какая шикарная панда у меня есть. Кстати, у меня там еще одна панда есть. Покажу вам потом. Может, даже сегодня. И посмотрите, какой у меня тут уголок. У меня тут куча всяких игрушек. Вот. Я их специально сюда поставила, потому что я здесь буду лежать. Сидеть, точнее. Но когда будет чуть потеплее, потому что сейчас из-за окна дует очень сильно. Сквозняк. Пипец. Вот у меня здесь, видите, мишки. Панда. И сейчас я вам покажу еще одну панду. Скриньте! Эй! Отправляйте в группу! Эй! Это вы. Смотрите, какие вы хорошенькие. Все, пока.